Друзья. Что за черт? Здесь кто-то был. Мы продолжаем ассасинов. Да, кто-то, видать, был. Что там? Похоже на какой-то код доступа. Здесь что-то есть? Смотри, нет. Тогда надо поспать. Проснитесь и пойте, у нас впереди долгий день. Мы необычно жизнерадостны. Мисс Стилман внесла кое-какие изменения в анимус. Теперь вы сможете дольше оставаться в нем. И искать ваше сокровище? Это серьезно, мистер Майлз. Не думаю, что вы понимаете, какую серьезную работу делает Абстерго. Может, потому что я не знаю, чем вы занимаетесь? Мы меняем мир. Каждый день, сотнями разных путей. Вы знаете, что почти всем открытиям последнего тысячелетия, медицинским, механическим или философским, мир обязан Абстерго или ее предшественникам? Смелое утверждение, док. Вы не преувеличиваете? Ни в коем случае. Конечно, мы не стремимся заявлять об этом. Это бы вызвало слишком много подозрений. Мы аккуратно выбираем посредников. Зачем? Разве не ясно? Чтобы управлять событиями. Но как? Чем вы лучше других? Настолько умнее, что изобретаете все подряд, а мы, жалкие смертные, не способны ни на что? Честно говоря, мы не изобретаем. Мы находим. Находите? Это дары, мистер Майлз. От тех, кто пришел раньше. Мы теряем время. Поговорим об этом позже. Доброе утро. Ага, привет. Привет, красотка. Подойди, Альтаир. Пока все идет хорошо. Трое из девяти мертвы. И за это тебя можно поблагодарить. Но не время почивать на лаврах. Твоя работа только начата. Я жду приказаний, повелитель. Король Ричард, вдохновленный победой в Акре, направляется на юг, в сторону Иерусалима. Салах ад-Дин, несомненно, знает об этом и собирает армию у разрушенной цитадели Арсуф. Вы хотите, чтобы я убил обоих? Закончил войну до того, как она начнется? Нет. Сделать так, значит, рассеять их армии и столкнуться с яростью 10 000 воинов, не знающих, что им делать. Нет, они встретятся еще не скоро. А пока армии в походе, они не сражаются. У тебя более срочная работа. Люди, которые правят, пока их нет. Назовите имена, я пролью их кровь. Запоминай. Абу Аль-Нуквот, самый богатый человек Дамаска. Машт ад-Дин, регент Иерусалима. Уильям Манферат, сеньор Акра. В чем их вина? Жадность, невежество. Убийство невиновных. Послушай людей, живущих в их городах. Ты многое узнаешь о грехах правителей. Они препятствуют нашей цели — установлению мира. Тогда они умрут. Еще один из твоих предметов восстановлен. Забери его. И возвращайся после каждого убийства. Так мы сможем понять намерения врагов. И будь осторожней, Альтаир. Твои действия взбудоражили городскую стражу. Они будут более подозрительны, нежели раньше. И что нам дали? Ну, ПП. Выйти из захвата.
стоят такие, а? Подготовка ключ к успеху. Очищайте зону от лучников и стражников, прежде чем атаковать цель убийства. Территория и другая защита там будет. Умоляю вас, господин, всего пару монеток. Мои родные больные. Стой! Ты не пройдешь здесь! Тебе сюда нельзя! Уходи! Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет! Умоляю вас, господин, всего пару монеток! Пожалуйста, господин, подайте. Наверх надо. Ты видел раньше такое? Мне не доводилось. Нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Красиво. Территория красивая, получше, чем Беднянский район. Только попробуй. Ай-ю! Бежать тебе некуда! Вот! О! Смерть неверному! Да мне кура дали кого-то! Ай-ю, Аль-Муртан! Мэр, эй, Йоаль Муртен! Когда они поймут, что носили им ничего? Асенен! Эй, Ротен! Мерджиттен! Ротен! Тантатер! Скорее сюда! Там нельзя! Ты не должен убивать людей! Стража! Эй, Йоаль Муртен! Асенен! Йоаль Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! За ним! Пора умирать! Они идут! Что ты должен?
Ты хороший человек, раз помог нам. Я здесь, чтобы вернуть должок. Это человек упал. Как это произошло? Что тут стряслось? Во имя Аллаха. Что? Да. Что случилось? Нет, умоляю, не уходите. Подайте, пожалуйста. Что он делает? Башню, главное, на это нашли, куда родные больные пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Пожалуйста, господин, подайте. Хоть что-нибудь. Больной, голодные нищенки. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Только пару сегодня. Скидки, я прошу скидки. Всего лишь пару монет. Я ни в чем не виноват. Зачем? Нравится? Пожалуйста, хватит. Умоляю вас, господин. Глупый старик. Всего пару монеток. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Мы подлинные дети Аллаха. На помощь! Помогите кто-нибудь! Да кто ты такой? Чем я бью голову? Он войдет в Иерусалим. Он принес тебя, Бэк. Стража, остановите его! Есть! Чиме бойные меки спёртун. Защищать его. Чиме бойные меки спёртун. Beni gözüm kapalı bile yenerim. Gel buraya. Неверно! У тебя нет ни малейшего шанса! Со мной, Аллах! Я! Слава Салахаддину! Я! Спасибо, сынок! Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Огонь войны пожирает землю. Кто мог сделать такое? Защищая свой дом. Трагедия, скажете вы. Но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим. Нет участи славнее. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Будьте зачем он это делает? Друзья. Вот Шайтан он. Смотри-ка, что он делает? Убирайся. Зачем ему это? Прикончим его. Сильными, как Салахаддин. И сражайтесь с врагом. Тебе не следует здесь находиться. Уходи. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Христианский король и его армия неверных. Они пошли против воли Бога. И они заплатят за это. Да. Да? О, нет. Да, ну и времена настали. О нет, это ужасно. Это недобрый знак. Что тут стряслось? Твое имя Аллах. Вот задание. Информатор. Альтаир, друг мой брат. 100 лет тебя не видел. Слышно что-нибудь об Адхе с тех пор, как она покинула эти края? Нет? Жаль, но я уверен, ты ее найдешь. Слыхал, что на Абу-Аль-Нукводу уже выдано перо? Возможно, я смогу тебе помочь,
Но мне самому надо успеть к полудню убить четверых. Поработаем вместе, как в старые добрые времена, а? Двое тебе и двое мне. Это телохранители Абу Аль-Нуквода. Скоро ты их увидишь. Это недобрый знак. Подайте пару монеток. Мои родные больные пухнут с голоду. Подайте пару монеток. Пару монет. Я прошу всего лишь пару монет. А чё, только что сказал, осторожней. Она ждет тебя! Подходи, подходи! Где ты? Я знаю, ты где-то здесь! Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Большая распродажа! Видишь, я же выбрал заплатить место! Нет, его уже не остановить! Он войдет в Иерусалим! Мы не должны дать ему возможности сделать это. Пожалуйста, господин, подайте. Этот город наш. Хоть что-нибудь для больной, голодной и нищей. Вот это работа. Как тогда в Алеппе, помнишь? Вот что мне удалось найти на теле одного из людей короля-купца. Похоже, это карта, где указано, как расставлена его охрана. Наверняка для твоего задания она пригодится. Будешь еще в Дамаске, двери моего дома для тебя всегда открыты. Мир тебе, друг мой. Подходите, смотрите мой товар! Все свежее и пахнет! Что тебе нужно, друг? Абсолютно! Умоляю! Умри, неверный! Умоляю! Не уйти! Оставь меня, молю тебя! Почему я? Чем я больнее, мистер? Не убивай меня! Неверный! На помощь! На помощь! Я убью! Я догоню тебя! Он хочет меня убить! Помогите! Большая распродажа! Чекилька надо! Чего это он заправился? Здесь все, что нужно! Смотри, но не трогай! Зачем он это делает? Он должен прекратить это ребячество. Я поймаю! Смерть неверным! Гальбурая! Прочь с дороги! Хорошо, не отставать! Не потеряйте его! Тебе не уйти! Доберетесь сюда? Землю, и тысячи полегли, защищая свой дом. Трагедия, скажете вы, но я говорю, слава! Умереть в служении Господу, сражаясь за то, во что мы верим, нет участи слабнее. Христианский король и его армия неверных, они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Греет. Сколько у нее сил-то на это все? Самая точка высокая, да, это самая высокая точка в данном акре получается.
Идет английский король и его армия неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах ад-Дин скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой. Слава Салах ад-Дину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления! Последняя партия доставлена. Хорошо. Позаботьтесь о том, чтобы он узнал. Доставить груз было нелегко. Это же всего лишь вино! Человек слаб в вере. В вашей священной книге кое-что сказано по этому поводу. Оставь их, пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями. Скоро они узнают, все селения, которые мы погубили, имели известные предписания. И что это должно означать? Не имеет значения, займитесь своим делом. Как скажешь. Нормально. Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. В Иерусалим! Мы не должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. Вор! Грязный вор! Прекрати, ты делаешь мне больно. Умри, вор! Это больно! Перестань! Чем я бой не имею? Догоню тебя! Что плохого я сделал? Недобрый человек! Кого ты должен остановить? Еретик! Осторожно! Они поймут, что насилие нечестно. Убийца! Стража! Здесь убийца! Людей! Убейте его! Скорее сюда! Остановите его, пока не поздно! Да, нет, о боже! Стража! Гебер Кафир! Он только что убил человека! Yes! Kime boyun eğmek istiyorsun? Yes! Спасибо! Спасибо! Я найду способ отплатить тебе, клянусь! Да-да-да, давай. Кто мог совершить такое? Можешь положиться на меня, друг. Да, вообще изи. Это дорогая вещь. Тебе придется теперь заплатить за нее. Помогите кто-нибудь. Да, ну, скажите, зачем он это делает? Зачем вообще вести себя? Я ни в чем не виноват. Зачем ты это делаешь? Неверный. Учи этому в другом месте. Пожалуйста, хватит. Мне больно. Назад. Тебе здесь нечего делать, старик.
Не трогай меня, пожалуйста. Неверный! Пожалуйста, хватит. А куда... А, вон он улетел. Я думаю, куда улетел Виль... этот... Некуда, старик. Рядышком. А тут на тебе... Лук остался на месте. Пустыня. А вот водичку где они добывают? Получается, ну, если я понимаю, что там колодцы, что такое. Мы подлинные дети Аллаха. Что-то должен остановить это. Не вставайте, не дайте ему уйти. Вот это не прошло. Становится, получается. Ты не сможешь бегать вечно. Тебе не удастся скрыться. Скорее сюда. Гельбурая. Айолькафер. Сауфа тамуту хуна. Почему людям всегда надо драться? Я. Ты уже проиграл, даже если не понимаешь это. Тебе все равно не уйти. Убийца. Остановите это! Эй, там она хатая! Они не должны... Стража! Скорее! Я догоню тебя! Человек-убийца! Эй, там она хатая! Что-то сорвать! Кабер! Анта подставил طريق الضلال! Кабер ملعون! Ну и? Айо الكافر! سوف تموت هنا! Да примет! Кабер ملعون! Стража сюда! Здесь убийство! Кабер! Отзад! Анта таттабиу тарика дала! Не уйдешь! На помощь, стража! Он только что убил человека! Кеме бойна имя кистёртун? Это добром не кончится! Я! Я! Убийца! Нужно убийца! Стража! Меня, пожалуйста! Уйди, я на другом месте! Я ни в чем не виноват! Зачем ты это делаешь? Бежать некуда, старик! Мне больно! Да кто ты такой? Чем я больно, Микки? Под боком ходит убийца. Это сделал! Он только не убил меня! Скорее сюда! Остановите его, пока не поздно! Чем я бойный, Мекис Дёртон? Это ты умрешь здесь и сейчас! Давайте, бежать тебе некуда!
Стража, он только что убил человека. Хороший меня хватает. Что такое? Сейчас избей. Ты умрешь, это просто от удара. Да. Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Что это? Всемилостивый Аллах. Здесь все, что нужно. Что это? Что? Нигде не найти товар лучше, уверяю тебя. Ой, подходите, подходите. Большая распродажа. Где тот, кто заварил эту кашу? Что происходит? Что ты делаешь? Простите, простите. Это кто такой? Погоди минуту, Альтаир. У меня к тебе одна просьба. Я знаю, что ты хочешь убить короля-купца, но в этом городе полно других, ничуть не менее жестоких людей. Некоторые торговцы стали продавать тухлое мясо. Им оно достается за бесценок, а на здоровье покупателей им плевать. От этого мяса уже умерло несколько детей. Так дальше нельзя. Ты можешь положить этому конец? Ты что-то хочешь сказать? Как ты смеешь? Это уникальная вещь. Горелый? Нет, я в порядке. Мне просто повезло. Тебе что-то нужно? Пожалуйста. Это не дело. Нет, не верю! Стража, этот человек убийца! Стража, убийца! Я! Помощь, стража! Помощь! Нет, не верю тому! За ним, скорее! Пощади меня! Я поймаю! Где тот, кто заварил эту кашу? Сюда! Помощь! Это человек убийца! Остановитесь! Где тот, кто заварил эту кашу? Остановите его! Убийца! Ты гнусь! Ты от меня не убьешь! Он только что убил человека! Я... Тебе не сбежать! Я видел, что ты сделал! Тебе не уйти! Стража! Я видел этого убийцу! Вернись сюда! Не сдамся так просто! Я...
Спасибо тебе, брат. Ты спас немало жизней. За это я поделюсь с тобой информацией, которая будет полезной. Я подслушал разговор двух слуг короля-купца. Прямо у окон его покоев стоят некие леса. Наверное, это поможет тебе скорее добраться до него. Ох, как это ужасно. Где ты? Я знаю, ты где-то здесь. Отлично, можем переходить к убийству. Ох, как это ужасно. Бара! Люди, подходите, посмотрите на мои товары! Вы глазам своим не монет. Поверите! Я прошу всего лишь пару монет. Что-нибудь приглянулось? Иди! Лучше там тебе нигде не найти! Будь проклят христианский король и его армия неверных! Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Умоляю, поставь мне. Огонь тебе, кафир! Остаются там. Чем я войны имею, Кистертон? Они говорят, у них высшая цель какая. Любой ценой. Yes! Ты убийца! Стража! Стража! И отомсти за варварство! Убирайся, черт, пока цел! Девочки танцуют. Фу. Добро пожаловать. Спасибо, что посетили меня в этот чудесный вечер. Прошу вас, ешьте, пейте, веселитесь. Здесь есть все, буквально все, что пожелаете. Отдыхайте, я подожду. Думаю, что вы довольны вечером. Очень хорошо видеть, что вы рады, счастье для меня. Мы переживаем темные дни, друзья мои, но нам надо находить в себе силы и для веселья. Война угрожает нам. Салах ад-Дин храбро сражается за то, что он верит, и каждый из нас должен оказывать ему поддержку. Лишь ваша щедрость позволяет ему продолжать войну. Я предлагаю тост. За вас, мои друзья, за тех, без кого мы не оказались бы там, где мы есть. И пусть вы получите за это достойную награду. Какая доброта! Я не ожидал ее от вас, от тех, кто так быстро осудил меня и так жестоко. О, не притворяйтесь! Вы считаете меня глупцом, не так ли? Думаете, я не слышал слов, что вы шептали у меня за спиной, а? Слышал, и не смогу их забыть. Но не для этого я собрал вас здесь. Я бы хотел еще кое-что сказать о войне и о вашей роли в ней. Вы щедро делитесь деньгами, зная, что этим вы покупаете тысячи смертей. Вам даже неизвестно, за что мы деремся. Сохранность святой земли, говорите вы, отпор нашим врагам, но этим лишь лжете сами себе. Нет, причина всех страданий – страх и ненависть. Вы боитесь тех, кто не таков, как вы.
поэтому вы боитесь и меня. Сострадание, жалость, терпимость — эти слова ничего не значат для вас. Так же, как не значат они ничего для захватчиков, ворвавшихся в нашу страну в поисках богатства. И я говорю, хватит! Я посвятил себя другой цели. Да, да, другой. Я построю новый мир, в котором люди будут мирно жить бок о бок, друг с другом. Жаль, что никто из вас не увидит его. Убивать каждого, кто пытается сбежать. Отойди! Как он это сделал? Покойся с миром. Твои слова больше не причинят вреда. Зачем ты это сделал? Ты крал деньги у тех, кому должен был служить. Помогал какому-то темному делу. Я хочу знать, куда и на что ушли деньги. Взгляни. Сама моя природа отвратительна для людей, которыми я правил. Только мое положение мешало ненавидеть меня открыто. Значит, это была лишь месть? Нет, не месть. Скорее, совесть. Как я мог финансировать войну во славу того самого бога, что называет меня мерзостью? Если ты не поддерживаешь Салах-ад-Дина, то кого же? Я думаю, в свое время ты узнаешь. А может быть, знаешь и сейчас. Тогда зачем прятаться и совершать злодеяния? Знаешь, это не сильно отличается от твоей работы. Ты забираешь у людей жизни, убежденный в том, что это пойдет на благо мира. Малое зло во имя большого добра. Мы с тобой одинаковы. Нет, у нас нет ничего общего. Я вижу это в твоих глазах. Ты сомневаешься. Тебе не остановить нас. Новый мир будет построен. Иди сюда! Не дайте ему уйти!
жизни, дайте ему уйти. Ты умрешь здесь, Гебер, Шафир! Ты у меня на пути! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. Nasıl kaybettik onu? Burada! Bu tarafta! Atman fayda etmez! Kıracım bir gazeteni! Geçti bu işlerden! Pişka taç üstünlük savarım! Burada! Bu tarafta! Давайте бежать! Tabi ki я выделал все, что можно. Сау Фаридок! Bu tarafa! Он устает! Хватайте его! А? Что он делает? Хитро. Так и надо. О, похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Люблю таких клиентов. Подходите, подходите. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг. До меня дошли вести о твоем успехе, Альтаир. Царство страха Абу-Аль-Нуквода закончено. Рад слышать это. Он убил их. Гостей, пришедших к нему в дом, отравил ядом, оружием трусов. Обвинил их в разжигании войны и сказал, что хотел ее закончить. Странно. Впрочем, про короля купца всегда говорили, что он не в себе. Может, это было просто очередное проявление безумия? Может быть. Я не увидел тебя. Поговори с Аль-Муалимом. Возможно, у него есть лучшее объяснение. Да. Посмотрим, что он мне скажет. Перемотка на более поздний участок памяти. Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких врагов. Подойди, Альтаир. Поговори со мной. Хорошо. До меня дошла весть о твоем успехе. Я благодарен тебе, как и вся страна. Ты приблизил мир, избавив города от преступных правителей. Вы так в этом уверены? На людях отражается то, какими методами правят вожди. Уничтожая преступников у власти, ты лечишь сердца и души простых горожан. Наши враги не согласились бы. О чем ты? Каждый из тех, кого я убивал, говорил странные вещи. Они ни о чем не жалели. Даже умирая, они оставались уверенными в своем успехе. Думаю, что их что-то связывает, хотя они и не признавали этого. Есть разница, Альтаир, между той истиной, о которой говорят, и той истиной, что мы видим. Большинство людей не замечает этой разницы. Так проще. Но в твоей природе замечать. Задавать вопросы. Что же объединяет этих людей? Ну а как ассасин, ты должен подавлять свое любопытство и доверять повелителю. Ибо истинного мира не бывает без порядка. А для порядка нужна власть. Вы изъясняетесь загадками. Сначала говорите, я должен замечать, потом, что не должен. Как это? Ты получишь ответ, когда тебе не нужно будет задавать вопрос. Вы ведь вызвали меня не для того, чтобы читать лекцию. Хорошо. Ты вновь повышен в звании и получишь снаряжение. Осталось еще два правителя. Ступай и лиши их власти. Thank you.
мастерство. Угу. Давайте, друзья, на этом остановимся. И в следующей серии мы продолжим. А на этом все. Всем большое спасибо. Всем аригато. Пока.